На церемонии открытия соревнований представили участников, приехавших из разных городов России. Всего 12 команд, 4 юношеских и 8 команд девушек. Вам придется играть в июле на первенство Европы среди юношей 96-го года. Хочу пожелать вам там выступить хорошо, ну и здесь кто сильнее должен победить. И из вас будет составлена сборная России на чемпионат Европы. Первенство России по пляжному гандболу завершится 24 мая. Команды-призеры наградят кубками и дипломами. А победители соревнований из возрастной группы 1997-99 годов рождения встретятся на первенстве, которое пройдет в Таганроге в конце июня.